Всем привет из Украины. Комментирую на русском, потому что так больше людей будут понимать меня. Рубрика «Живая игра». Я считаю, что язык в том, что случилось, а именно война, не виноват. Виноваты конкретные люди. Вот здесь, кстати, тоже может быть ближайший рейс, поэтому я аккуратно выбежал. В этой рубрике я рассказываю, как я принимаю решения. В основном рассчитано на новичков, ну и на такого среднего уровня. Возможно, кому интересно, завод. Карту я тут часто гоняю. Ну, гонял, точнее. На длине не оставайтесь, потому что... Ну, сложно там потом. Ничего не видно и некуда прятаться. Вот эти ящики, которые рядом, их можно прострелить. Попуга. Я что, попал? Возможно, даже попал. Он куда-то стрелял. Откроем, посмотрим, что там у нас. А ничего не вижу. Вот здесь, кстати, стоит рядом. Тень, по тени можно понять, что есть это. Вроде рядом нет. Со звуками баги, не знаю, исправят в патче или нет. Если стреляет К-23 или Мось, одинаковый звук. Бот пришел. Вон он, упырь! Разактивизировался. Сонова! Это... Плохо, короче, плохой мул. А, да, массинец, походу. Убегает. А 23, да, все-таки? Я думал, Мося. Поэтому сближался. В этом проблема. Против Моси нужно сближаться, против К-23, наоборот, отрывать. Сейчас мы лечим и сразу перезаряжаемся, так вы быстрее, короче, можете ускорить перезарядку. 30 левел, по 23. Даже интересные патроны. Пропанель, редко их используют. Можно так еще взять опыт, получить. В принципе, на продажу тоже. Довольно плохо я сейчас играю. Ну, причина простая. Мало практики. Плюс вал. Огромная отдача, сложно. О, да здесь он убил парня. Хорошего, вкусного. МП7, я люблю такую пушку. Вообще люблю ППшки. 27 левел. Вообще более правильно перебросить разгрузки, но у меня влом. Давайте. Одна шина. Так. Минус сколько? 2. Знаешь, еще... Я третий, еще может быть 3 или 2. На заводе 6 всего. Ну и не забывайте себя считать, а то как будет как в анекдоте. Двоих подвезешь. Так ты же один. Так, а ты что, не едешь, да? Поэтому надо учитывать тебя. Выдохся. Какой вариант? А? Слышали, да? Наверное, выброшу вес, чтобы лишний. Он вроде как бота завалил там. Здесь бывают засады делать. Ну, крайне редко, но эффективная засада на бочке. Мне кажется, он выше, где-то там вот здесь сейфа был. Ты чего? Короче, еще есть время. Под фонарик. Да, он там задефился в этом. 53 секунды. По идее, должно хватить. Можно боевую или флешку через этот бросить, через дверь. Если их двое. Не знаю. Ладно. Меня интересует этот второй. Не стоит его напарник. Закрыл.
стоит. Сейчас ноги смотрю. Ага, я аж дернулся, испугал меня. Дробовик. Тут может быть. Заряжается эта ошибка. Бля, меня заклинил. Котина вот тут. Это можно было подохнуть. Там их двое оказалось. Ну, если бы они получше играли, я бы умер. Ну, какая-то интрига. Блин, надо было им по 7 оставить. Это бот. Ага, бот там. Пойду возьму МП-7. А то что-то я об этом не подумал. Не понял, куда бот пошел. Желательно закрывать эти двери, чтобы со спины там не забежали, а то можно прослушать. Это они, получается, да? Все они сменили тактику. Кстати, я не сразу понял, я думал бот. Да, это бот. Не, блядь, жри, сука! Сука ты, блядь, не упырь, блядь, где блядь? Шалава! Какие тебя больно бьет, дробовик? 15-й лава. Ебашки, парика! Конец тебе! Бомба. Налутали они какие-то драгоценности. Петрис. Че не запрятали? Еще пойти может быть один, но мне кажется не будет. Нашли пушку. Надо брать, как говорится. Может даже с ней пойти. Это еще карта. Пусть мне не хватит, да, бейсбола. На выход не хватит. Хватит. Пошел, пошел! Где там раки ебаные? Остается выйти с карты. Да вон, вон! Есть вариант, что крысит, то она на выходе. Как с этой штуки стрелять-то? Я вряд ли пойду с ней. Ничего не видно. А, возможно, последний на выходе. Что у нас по броне плохо?
Это бот, ты что? Дальше. Можно так попугать. Вроде никого. Кого? Как-то так вышло. Не шибко сильные парни, но... Наверное, из-за того, что заклинило оружие, добавило интриги. Как в целом. Не знаю, выложу ли данную игру. Если выложу, то пишите комментарии, отзывы всего. Почему 3? А, ну да, там один же убил СК-23. Это все, всем пока.